Олег, всем все удобно? Угу. Если вам жарко, я включу кондиционер. Нет, жарко, да? Сейчас будем согреваться для этого собрака. Ну, купил себе кондиционеров, наставил, теперь просто хвастаюсь, не обращайте внимания. Итак, всем добрый день, меня зовут Сергей, всех вас рад видеть в гостях на презентации вин. Сегодня представляю продукцию винзавода «Союз вино», но прежде хотел бы вам напомнить некоторые правила дегустации вина. По правилам дегустации вин вина дегустируют от белых к красным, от сухих к сладким. Я вам сегодня предложу один сорт белый, один сорт красный. На все они в полусладком виде. Закрепим все это дело мы с вами тремя сортами шампанского. Начало многообещающее, да? Угу. Продолжать дальше рассказывать о правилах дегустации, либо сразу начнем пить? А какие еще там правила? Я расскажу. Итак, ребят, сейчас хотел бы вам предложить первый сорт. Начинаем из белого полусладкого. Вина такого называется Акацетели. Это грузинское вино, моногамное вино. Виноград Акацетели, вино Акацетели. Все очень просто. И это вино прекрасно подходит к фруктам. Для тех, кто подзабыл, либо не знает, я напомню, что белый сорт вин – это вино к морепродуктам, фруктам, также к мясу птицы, ну а красный по цвету к мясу. Это дамский сорт вина. У вас на столе стоит водичка в ракетничке, это питьевая водичка, при желании можете запить, а также после каждого сорта сполосните свой бокальчик. Это для того, чтобы вы не потеряли вкус последующего и вылейте эту водичку в тарелочку. Передавайте бокальчик, ребята, у нас все по-простому, наливай допить. Итак, как отстыли, белое полусладкое вино, вино фрукты. Сейчас я хотел бы вам предложить второй сорт, это красное полусладкое вино, которое называется Сапирали. Ребят, даже грузинская линейка вин, тоже моногамное вино. И это вино прекрасно подходит к жареному мясу. В общем, с утра встали, яичко себе пожарили, бокал вина. И жахнули. Ребята, и день удался. Ну, именно так у меня каждое утро и начинается. Вы же видите, где я работаю. Ребят, вы не поверите, у меня школьная распределительная эту работу направила. Итак, если первый сорт вина, это был дамский сорт вина, снежный, то это будет мужской, потому как она слегка бархатистая. Итак, Сапира, вино, жареное мясо. А сейчас ты видишь, какой-то. Также у нас в продаже имеется еще два сорта вин, которых я никогда не разливаю. По одной единственной причине, ребята, это сухие вина. Сухие вина мало кто понимает. Но если среди вас найдутся любители, ценители сухих вин, я сам таким являюсь. Люблю сухие вина. Это правильно, в них не добавляется сахар. Вы также сможете у нас приобрести белое сухое вино. Это шардоне, красное сухое, табак. Сейчас мы с вами сделаем небольшой перерывчик. Дело в том, что вкусовые рецепторы человека очень быстро забивают. В это время я хотел вам рассказать о варенье. У нас в продаже имеется три сорта варенья. Варенье из сосновой шишки, варенье из молодого грецкого ореха, варенье из кизила. Наверное, каждый из вас слышал о пользе этих варенья. Ребята, это не только прекрасный вкусный десерт, который дети очень любят, но также хранить не отдадут себе в этом удовольствии, это еще и лекарство. Итак, что, от чего? Послушайте, пригодится. Сосновая шишка. Употребление ребенком либо вами с утреца натощак 2-3 ложечки этого варенья, и вы и ваш ребенок простудно не заболевает. Вообще болеть никогда не будет, ни кашля, ни насморк, горло болеть не будет. Сосновая шишка – это все, что связано с дыхательной системой организма человека. При этом очень важно помнить, что саму шишку, ребята, она вот такая вот маленькая, почечка. Обязательно одно нужно разжевать и проглотить. Только в этом случае вы не будете простывать и болеть. Знаете, да, откуда пошло варенье из сосновой шишки? Угу. Люди за медведями понаблюдали, те перед тем, как на зиму спешно упасть, набивать варенье без желудка. Весной не просыпаться, голодный, но здоровый. Отсюда и пошло варенье из сосновой шишки. Ну, у тебя Маша медведь, что никто не смотрел? Она еще же курсов там варенье готовила. Вспомните, да? Ребят, ну а если шутки в сторону, то варенье из сосновой шишки – это единственное варенье, которое экспортируется в страны Еврозоны. Больше ни одно варенье из России на экспорт не идет. Варенье из молодого грецкого ореха. Это варенье вы сами в домашних условиях никогда не приготовите, если, конечно, не знаете специальные технологии приготовления варенья. Варенье готовится от 2 до 3 недель. В зависимости от спелости ореха, чем спелее орех, тем варенье дольше готовится. Знаете, что молодой грецкий орех срывается еще в молочном состоянии, когда его буквально спичечкой можно проткнуть. Именно в этом состоянии орех срывается и готовится варенье. Так вот, молодой грецкий орех прекрасно помогает сердцу, очищает кровь, помогает головному мозгу, а также щитовидной железе. Ведь в одном молодом грецком орехе содержится суточная доза употребления йода. Знаете, что молодой грецкий орех готовится целиком. Он как мармеладка. Детки его кусают за обе щеки рот. К тому же очень вкусное и полезное варенье. Рекомендую не только детям, но и взрослым. И варенье из кизила. Ну а в этом варенье мы наверняка все наслышаны о процехарском. Если среди вас есть люди, которые страдают высоким давлением, кушаем кизил. Но при этом косточку обязательно нужно выплюнуть.
Если же среди вас есть люди, которые страдают болезнями желудка, ребят, любым болезням, вплоть до язв, а также для профилактики, ИЗИЛ обязательно нужен кушать с косом. Проглатывать ее не будете, ничего страшного в этом нет. Человеческий желудок прекрасно переваривает эту косточку, этой косточкой он излечится. Кроме того, эта косточка еще уводит все токсины из человеческого организма. В любом случае, я повторюсь, это не только лекарство, это еще прекрасный вкусный десерт, который ваш ребенок, да не только ребенок, вы тоже сами, если не за один, то за два присед слопаете такую баночку варенья и получите от этого не только огромное удовольствие, но еще и пользу. Ребята, это заводской вариант варенья. Это не те варенья, которые, быть может, вы видели, бабушки на рыночках сидят, торгуют, неизвестно из чего сделан, кем сделан кайф. Любой из этих варений очень-очень вкусный. К тому же очень-очень полезный, потому как соблюдены все технологические процессы. К тому же имеются все сертификаты соответствия и качественного варенья. Сейчас мы с вами пламенно возвращаемся к винам. Шампанское вино – это единственное вино, которое ассоциируется каждого человека с каким-либо торжеством, праздником, будь то свадьба, день рождения или Новый год. Ребят, какой Новый год без шампанского? Продолжаем. Сейчас хотел бы вам предложить первый сорт шампанского, который называется Каратарский, со вкусом перца. Это дамский сорт шампанского, с нежным вкусом. Итак, Каратарский. Ему же не надо. Сейчас хотел бы вам предложить второй сорт. Это красный полусладкий. Ой, это второй сорт шампанского. Называется это шампанское Астисильбе. И это шампанское будет со вкусом детства. У каждого детства было мороженое пломбир. Сейчас хотел бы вам предложить пломбир в шампанском виде. Ребят, здесь нет никакой магии. Что пломбир добавляется? Ваниль. Сюда тоже добавили ваниль, получилось шампанское пломбир. Полоскайте свои бокальчики, не ленитесь это делать. Вообще другое. Как прикольно. Ваниль. Какие разные, а? Ваниль. Ириска, что-то такое. Ваниль. Для тех, кто не знает, скажу, шампанский вино готовится исключительно из сахара винограда. В основном это два сорта, аллегаты и шардоне. Добавляется туда какой-либо фрукт для вкусного качества. В первом случае был персик. Сейчас будет клубника. И получится третий сорт шампанского под названием Астиони. Что переводится с итальянского клубника. Ребят, это праздничный сорт шампанского роза. Клубника у нас роза, поэтому шампанское роза. Минуточку внимания. Ребят, сейчас вам девушка начнет разливать последний сорт шампанского, поэтому не торопитесь его. Пускай вкусовые рецепторы немножечко отдохнут. А в это время я хотел бы вам рассказать про чашу. Ну а наш закон, который непосредственно нас касается, он запрещает спиртные напитки крепче 12 градусов разливать по дегустационным залам. До 2014 года мы разливали чачу, коньяки, были этому рады. Потому что люди их пробовали, им нравилось, они приобретали. Сейчас, извиняюсь, только рассказываю. Итак, у нас в продаже имеется чача, подруга чача. Как вы знаете, чача – это грузинский напиток. Переводится чача с грузинского языка как виноградная водка. Так вот, грузины свою водку готовят в основном 70 градусов. Они вообще все любят острые жители. Тимошевский завод выпускает подругу чашу 47 градусов, но при этом они пускаются на хитрость. В нее добавляют мед. Поэтому она имеет вот такой золотистый оттенок. Для чего это делается, я вам объясню. Ну, во-первых, легче мягче пьется. А во-вторых, как вы все прекрасно знаете, мед, он не переваривается организмом человека. Мед – это глюкоза, а глюкоза сразу поступает в кровь. Ну, а вместе с медом кровь поступит и подруга чаще. Поэтому эффект будет одинаковый. Что грузинская 70, что тимошевская 47. Потому такой градус и подобран. Чтоб эффект был одинаковый. Знаете, да, куда эта технология пошла? Нет. Да, конечно, знаете, ребят, есть старинный русский напиток медовуха, который всего-то 5-6 градусов. Максимум 6 градусов больше не бывает. Но стакан выпиваешь, и ноги вас уже не слушаются. Хотя голова соображает. Хотел бы заострить ваше внимание. Чача пущенная переводится как виноградная водка. Но если ее сравнить с нашей обычной пшеничной водкой, это совершенно разные напитки. Как по вкусу, по цвету, по запаху. Также чачу ни в коем случае нельзя сравнивать с самогоном. Потому как самогон вы можете приготовить из чего угодно. До кучи с куриного помета. Чача готовится исключительно из винограда. Поэтому, повторюсь, это три совершенно разных напитка. Также у нас в продаже имеется дамский вариант. Она 25 градусов, приготовлена на мандаринке. Мандаринкой пахнет, мандаринкой выглядит. Легко, приятно пьется, девушки просто в восторге от этой мандаринки. Всем рекомендую, не только девушкам.
легкий, приятный напиток 25 градусов, который слегка, повторюсь, слегка будет сладковатый, 20 грамм всего сахара. И при этом приятный пах мандарина. Вот такой солнечный напиток у нас, как горячие пирожки, разлетаются. Ребят, да что приходить? Сам люблю его попить. Сейчас по дороге, куда вы там едете, вам надо что-то пить в автобусе. Вот прекрасный компотик с мандарином, 25 градусов. Приедете, согреетесь, будет на весе. И если после всего выпитого вам вдруг чего-то не хватило, на этот случай мы приготовим бальзамчик. Он так и называется. НЗ. Неприкосновенный запас. Аварийный остаток. В этот 40-градусный напиток было добавлено 26 лекарственных трав. Благодаря этим травам я там получил вот такой темный оттенок. Бальзам полусладком виде, выкоп приятный пьет, как в собственном виде. Здесь даже есть рюмочка. Также рекомендую добавлять чай, кофе, мороженое, коктейли. Да куда угодно. Легко приятно пьется, как вы красный второй напили. Только будет чуть послаще, но покрепче. 40 градусов. Хотя вот эти 40 градусов вообще не ощутите, настолько легко приятно пьется. В общем, если вы себя почувствовали простывшим человеком, подожжем, подвиньте кофе. Да мало где можно застудить солнце под кондиционером. Пришли домой, сделайте себе чай. Налейте туда бальзам, всего лишь вот такую рюмочку. Больше не стоит. Выпить, я вам говорю, вы не забыли. Очень хорошо. Также у нас в продаже имеется еще один сорт бальзам. Вот сейчас внимательно все послушайте. Этим бальзамчиком торгую уже 8 лет, ребят. В свое время предприятие этот бальзамчик очень тяжело достался. Как достался? Пришлось выкупить все производство, вот так и достался. Иначе бы не достался. Эксклюзивный вариант. Вообще такой нигде не встретил. Называется бальзам сокровища Фичи. Сразу хочу оговориться, в этом бальзаме алкоголя вообще нет. Он приготовлен на меде с прополисом с добавлением всяких трав. Это самое мощное средство для укрепления иммунитета. Рекомендую как взрослых, так и деткам от 3 лет. Классная штука, проверенная время. Ребят, есть еще точно такой же бальзамчик. Это для укрепления иммунитета, а есть для мужского здоровья. Очень хороший. Ну и напоследок, хотел вам предложить коньяк. Буквально минуточку я вам уделю, потому как мы сами коньяками 4 года не торговали. До этого 9 лет продавали коньяки, перестали по одной единственной причине, ребят, в Краснодарском крае не стало хороших доступных коньяков. Нет, коньяки, конечно, есть, и их очень много, но все они очень дорого стоят. Все остальное, что увидеть в магазинах на полках, это будет просто крашеная водка. Да вы сами об этом прекрасно знаете. Мы из принципа от этого отказались. Так, за 4 года мы нашли в Краснодарском крае хороший доступный коньяк, нашли его в Ставрополе. Называется коньяк Троекуров. Вы прямо сейчас в интернете можете набрать Троекуров и посмотреть, сколько призовых мест этот коньяк занял. Со всей ответственностью вас уверяю, что это настоящий пятилетний коньяк по одной единственной причине, сам в свое время готовил коньяки, поэтому разбираюсь в этих коньяках. Если среди вас найдутся любители, ценители коньяков, смело берите бутылочку. Вы не ошиблись. Для всех остальных можете взять вот такую вот маленькую бутылочку. Сегодня вечером, либо сейчас по дороге домой в автобусе вы ее распробуете, ну а завтра с утреца, ребят, добро пожаловать за большие. Ну и напоследок хотел бы вам предложить трав. Этот травяной чай, ребята, труд собирают у нас здесь в горах, 25 километров от поселка, там вообще не город, никакой цивилизации, колыски, чистый продукт. Травяной чай так и называется, ароматы предгорья. Его состав: мелисса, мята, календула, пироцея, земляника, липа, хвоща, репешок, чабрец. Очень вкусный, а самое главное, полезный чай. Этот чай является не только общеукрепляющим, но также чаем, успокаивающим нервы. Заваривается напиток легко и просто. На 1 стакан кипятка, 1 столовая смеси. 5-7 минут мы завариваем, выпиваем, а эту смесь мы потом завариваем еще 2 раза. Ребят, на второй раз она будет более насыщенной и вкуснее. По вкусу добавляйте сахар, но лучше мед. Я вообще ничего не добавляю. Итак, очень вкусный пряный пьет. Еще раз повторюсь, это не снотворный чай. Чай успокаивающий нервы. Водителям хорошо. Сейчас водители какие-то все нервные стали. У вас, кстати, нормальный водитель? Да. Ребят, сейчас выйдете, посмотрите. Постоянно у нас чай. Успокаивайтесь. Сейчас, если кого-то что-то заинтересовало, вы можете подойти к барной стойке и приобрести нашу продукцию. Любое вино, которое вы пробовали и не пробовали, сухие вина, шампанские, все по одной цене. 400 рублей за одну бутылку. Чача. Подруга Чача. 550 рублей. Ребят, есть подарочный вариант подруги. Вот такая маленькая, номер 25-я бутылочка. Хороший презентик, подарок приезжайте домой. Лучше, чем какие-то ракушки. Вообще, кому нужны эти ракушки? А так еще с другом за встречу по 300 рублей. Недорогой легкий подарок. Мандаринка 400 рублей. Бальзам алкогольный 300 рублей. Безалкогольный 400 рублей. Взрослый коньяк тоже 400 рублей. Детский коньяк по 250. Детский. И любое варенье, так же как и чай, у нас стоит те же 250 рублей. И еще, если вдруг кого-то с собой не оказалось наличие, мы принимаем банковские карты. На этом все. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. Всем приятного. Проходите, ребята.